набрали живца, для живца водичку. Видео, видео, видео. Сейчас целое мероприятие будет. А кто это к нам идет? Водовозка к нам идет. Водовоза вызывали. Сливаем воду живцам, точнее меняем воду живцам. А в этот раз мы решили, было позавчера меняли, но так как у нас нету, короче, чего-то у нас нету, поэтому мы моторчика, который кислород нам пускает, забыл как называется, вот, поэтому мы периодически воду меняем с реки, и сейчас мы это будем делать оперативно. Пока собака еще не увидела. Может быть с этой стороны сразу кого там вылавят, они сейчас уплывут там в дырки какие-нибудь. Да ты что? Вон, видишь, я там. Ага. В разные места. Кидай вот в эту бочку. В эту бочку кидай. И там хватай за хвостик. Тоже место. Наше озеро. Есть там что-то? Погнали. Давай, это нормально. Так, просто да, вот другое место. Есть сколько рыбки, горите? Так, я выливаю оперативно воду. Вот это уло. Ричик аж. Вот это ричик аж. Сзади тебя. Да, ричик. Собирай. Собираем, друзья, рыбок. Живцов всех, чтобы не заморозить. О, так это вообще пожарить можно. Двумя ручками. Так, сейчас сливаю? Да. Сливай из новых. Так мы поменяли. Ты фиг его знает, фильтр может от чего-нибудь. Так, вот эту вот рыбку. Да, все, всех. Да, всех. Вот мы поменяли воду рыбкам.
Теперь мы будем точно знать, что они у нас проживут еще. Проживут еще сколько-то дней. Личик бедолага посмотрел на это все зрелище. Глаза разбежались. Говорит, одно дело одну рыбку ловить. Выпрашивать, да? Да, а другое дело, когда их много. А другое дело, когда их много. Ага. Ешь не хочу, называется. Ешь не хочу, да. Таким образом, наши все живцы живенькие, ну там может один, два, но они отойдут. Ну, вот. Очумели. Да, они просто кайфанули сейчас там вода с кислородом. Вот так, друзья, мы поменяли живцам рыбку. Спасибо, Анюте. Сходила, принесла, я дотащил.